Ребят, всем привет! Сегодня с Ириной пробиваем дорогу к озеру. Все возвышенности проходим. Вот. Скажем так, уже мы начали здесь ходить, как из предыдущих видео увидели. Мы будем пробивать каждый участок этого пути и посмотрим, может быть, что-нибудь удастся нам отыскать интересное. Вот. В целом, настройки все по прибору. У меня есть отдельное видео, где я показывал. Настройки, как правило, не меняем. Единственное, я пороговый тон. Пороговый тон я делаю, всегда ставлю на пятерку, чтобы чуть слышимость была. Из-за того, чтобы знать, где металл, где не металл, легче отличать. Но об этом отдельное будет видео тоже потом. Вот. Ну все, ребят, приступаем к копу. Все, всем удачных находок. Вот, и оставайтесь с нами. Все, а я пошел. Ира уже ходит уже минут 10, пока я тут готовился, камеру и так далее. Очень тяжело на копе и снимать одновременно, и искать. Вот, в общем, ну, пытаюсь как бы. Вот. Так что, все, лайк с вас, ребят. Всем удачи. Сейчас продвигаемся по этой дороге. Туда ближе к озеру, к рекам, там две реки вместе соединяются. Посмотрим там, походим по этому лесу. Вот этому озеру уже много лет. Метеоритного происхождения и является такой достопримечательностью Шатурского района. Подход, конечно, только по вот этому понтону самодельному. Ну, на самом деле, молодцы, кто постарался, так сделали. Очень неплохо. Потому что подход с берега очень весьма ограничен. Так вот, здесь все это выглядит. Это, ребятки, первая находочка. И это колечко. Кольцо, Ир! Слышь? Смотри. Смотри, десятку било. На камеру не снял вживую. Смотри, кольцо. Ну-ка. Мне кажется, кольцо. Кольцо, конечно. Только не серебро, обычно медь, наверное. Угу. Да, медное. Угу. Тихо, паучок, смотри, к тебе. К деньгам, наверное, ползет. Угу. Вот тебе, пожалуйста, но это старье. Конечно. Ребят, видите, это низина получается, речка там у нас идет. Вот, а мы ходим, вот, возвышенность возле реки. То есть, как бы, вот такие вот моменты надо обязательно обходить. Ну, склон можно, но просто сегодня, если зацепимся за что-то, пойдем тут, пойдемся. Пока ничего особого нету. Кусочек медной проволоки, ребят. Вот, судя по ее вот такой вот всей ветхости, мы почему-то все время ее находим там, где империя. Вот она сопутствующая такая находка получается. Медная проволока. Дофига ее находится в таких местах, где империя. Ну, сильно сомневаюсь, вот что-то такое. Но глубокий. Я имею в виду, что на такой. Сейчас мы его. Конечно, может какая-нибудь банка быть. Но не похоже, какой-то чуть монетный такой он прям. А? И какой-то глубокий, что ли, какой? А, вот.
О, Ира, наконец-то, слышь? Слава богу, я думала, этого сегодня не случится. Блин, офигеть. Смотри, цари, цари. Слышь? Иди посмотри. Такой крупняк-то, блин. Ага, во. Трёшник, по-моему, да? Да. Да. Классный. Вот так вот. Получается, линия электропередач у нас тут вот так вот. Там речка тоже. И вот, по всей видимости, дорога была старая. А может быть, кто и жил здесь, но все-таки речка. Смотрим, посмотрим, посмотрим. Никогда не угадаешь, где что, надо везде обыскивать. Здесь находится вот брод через реку, река Поля. И дальше, вот туда вот, там урочище, передел. Ну, там много заброшенных деревень всяких разных. Вот. Мы сейчас немножко не в ту сторону, там мы уже ходили. Пойдем в другую сторону, вдоль реки. Выходим на слияние двух рек. Вперед они. Уже ямки копательские появляются. Вот оно, слияние рек. Вон как красота. Да, тут, естественно, копали. Вот одна река, да? Да, вот это одна река, а тут другая. Вот они, слияние рек. Такие попадаются, ребят, стекляшки. Кирпич попался мне. Вот, ребят, домовые ямы начинаются. Здесь брод был, здесь поэтому должно что-то стоять был. Вот керосиновые лампы. Штукенция. Какая-то медная. Не то бляшка или не то что это. Непонятно. Вот остановились, ребят, с Ириной. Перекусить немножко. Вот. Пока, конечно, находок у нас нету. Пока таких интересных. Сейчас перекусим и дальше пойдем искать. Вот у Иры такое вот колечко. И керамика попадается в этом ямках. Конская вот эта туприжа. Угу. Вот, еще речка идет, ребят, одна. И впадает вон туда побольше. Еще какой-то сигнал здесь спал. Монеточка. 5 копеек, Эр. Ну, совета, я не знаю, какой год тут. Год. Не видно год. То ли 30-й. Не видно. Да, и вот у меня тоже металл. Глубокий. Как бы еле-еле мне. Еле-еле душа в теле. Глубокий такой, еле-еле.
Улучшился. Улучшился. Где-то есть что-то. А сколько рыть я буду тут? Между прочим, такой стабильный. А, вот здесь он. О, монитос. Копейка, правда. Копейка 1887. Глубоко была прям вообще. Вот так вот. Копеечка. Сейчас пробью еще. Прям на пересечении дорог. Вот, ребят, здесь дороги так. Идут одна туда к озеру, другая туда. Вдоль реки получается. И вот монеточка на пересечении дорог. Вот так вот. Ладно. Закапываем все это дело. Обязательно. Вот такие вот блохи везде. Вот он. Он пошел. Лосиные. Вот решили здесь остановиться и уже дальше не идти. Туда есть дорога еще дальше. Там вроде не таких мест я не видел, чтобы возвышенности были и прям там, где ходить можно. Вот тут места такие вот, что типа моха растет, и здесь удобно ходить. Заросли. Туда, конечно, уже не пойдешь, там заросли. Нереально там ходить с металлоискателем. А здесь ничего, сейчас остановимся, металлоискатели наши достанем и будем уже, как говорится, ходить пробовать. Попьем воды. Пройдемся, вот эту возвышенность пройдем, потом дальше пойдем. Тут вон места есть, где пройти еще много. Поэтому что найдем, будем показывать. Сейчас здесь будем хоть сопутку какую найдем, зацепимся. Главное за место зацепиться, а потом уже, как говорится, будет проще. Будут находки и так далее. Вот посадочки, ребята. А тут прямо на дороге нашел 9 била она на приборе. Такой вот кусочек небольшой. Ну, обломанный, так сказать, согнутый крестик. Очень тонкий, поэтому девятку давала. Поближе сделаю. Вот такой вот он. Ты, вот у Иры такой замок, такая находочка у нее. Точно от сундука. От моего сундучка. А где деньги лежали? Обалденный. Ну это вот прям царство, ну, старинный. Ага. Империя. Офигенный. Замочек. Да, давай его даже в Хабаринске, наверное, уберем. Замок вообще зачетный. А, ты вот такой нашла? 20 копеек. Штарика. Да, и сохранчик, ничего такой. Держи. А у меня потом, она там непонятно какая, ее отмывать надо. Ну, замок прям вообще бомба. Угу. Надо искать монеты в замке. Надо этот сундук найти. Да, да. От чего это? Водички вообще, достал. Ага. Так, вот забрел немножко вот от дорожки, вот сюда, вот в посадке. Значит, копейка царская. Ира, 1852 год. Это денежка, Ира. Денежка, да. Денежка. Сохран прям вообще превосходный. Вот, прям, ну, глубоковато, конечно. На штык, наверное, лежала она. Вот. Таких посадок. Металла очень. Здесь очень много металла, Ир. Слышишь? Здесь, наверное, дом стоял, может. Вот, звенит все. Денежка в таком великолепном сохране.
Мы сейчас решили с Ирой пойти на старое место, на свое. Мы тут посадки походили. Там, конечно, надо еще обследовать потщательнее. Но мы решили выйти. Сейчас уже солнце заходит. Пойдем на там старое место, где она пятак нашла. Там также был найден мною гривенник на том месте. А по настройкам, ребят, здесь, значит, у меня стоит парк 1. Вот. Дискриминация включена, но я пороговый тон включаю на пятерку, чтобы все слышать. Металл, не металл. Чуйка у меня на полную, на максимум стоит. Вот. Скорость проводки тройка и металл и феррум на ноль. Вот, собственно, вот такие настройки. Парк 1. Все дела. Вот, пойдем дальше. Вот такой монитосик выскочил. Неизвестно, что это пока. Что-то очень зеленое все тут. Мыть надо дома. Не думали. Или цари, или советы ранее. Так мой монитосик. Да, ребят, сигнальчик был. Такая монетка с какими-то насечками. Опять она вся вот такая ребристая. Вот, а, Ир, посмотри. 88-89 звонила. Ну, это цари, 100%. Да? Ага. Только не видно ничего, не номинал, офигеть, ничего. Какая. Чего за монета? Сейчас поближе. Ну что, это номинал есть хоть? Нет, ну это вот как 2 копейки бывает. Да, а почему ты, ну, с ребристая, ну, помнишь, такое? Мы такую находили уже? Да, что-то для игры было. Угу. Замачивать надо. Да, ну там вот нашел. Тут получается вот такой спуск тоже к реке идет. И вот там вот дорога, речка там. Ну, здесь вот такие вот кустики небольшие. Тут мы и ищем. В принципе, она была не глубоко, то есть, ну, где-то полстыка, наверное, да? Вот, то есть, это не глубоко. Вот. Ну, сигналы есть, я вот пороговый тон включил, и идут такие вот, ну, чувствуется, что металл есть. Я чернину отключил, не все металлы у меня, просто дискриминация, и пороговый тон стоит. Вот и все. Собственно говоря, такие дела. Ира, он там чуть повыше. Вот, ребят, еще монеточку отрыл. Здесь вот. Ну, она очень глубоко была, ребят. Вот где-то вот, наверное, больше штыка, да, получается. Не знаю, почему так. Советы. 5 копеек. 30-й год. Может быть, потому что тут что-нибудь перепахивалось, не знаю. 30-й год. Или трешник? Не, пятерка, по-моему. Пятерка, по-моему. Вот такая вот медяшка попалась. 13 била. Ну, такая, как украшение, что ли, чего-то было. Ничего, обычная такая. Ну, сам факт, что старинная какая-то штучка. Вот у Ирочки подвеска выскочила. Звонила, говорит, как фольга. 19 на эквиноксе. Какая подвеска. Старинная. Берем. Вот и пуговки гирьки вот у Иры выскочила. С хрипотцой, говорит, немножко она такая давала. Гиречка, отлично. На верном пути мы. Ночь уже, ребят. Ну так, темнеет, просто камера плохо пишет в темноте. А? Да не, я запишу, то есть нормально. Такая вот канинка у Иры попалась. Красивая, старинная. Ночью, как всегда, включили мы фонари. Мира копает, роет во все. Тут что-то нашла. Что, есть что-то? Ну там такой. Я не могу отрыть. Дай пробью свою. Ну, нормально. Ты на 30-ка? А ты пином вот так вот на этом. Дай.
Он чуть поближе сюда. Слышь? Угу. Вот здесь вот. Ну что, ты не будешь его отрывать? Давай, отрывай. Просто я с камерой. Достану. А, вот. Ну это крестик, смотри. Да, лепесток. Что ты его бросил, не стал копать? Лепесток большой. Тридцатку бил еле-еле. Вот так вот в поисках монет пойдешь, а тут, смотрите, ребят, это медь. Офигеть. Смотрите, ребят. Ну нифига себе. Кило, наверное, меди. Слышишь, Ир? Офигеть, да? Класс, блин. Ну здесь еще валяется. Берем, конечно же. Вот тебе, пожалуйста, поездка отбита. Класс. Такие вещи надо брать. Ребят, посмотрите, еще такой же шматок. Давай его вместе в пакет соберем, Ир. Давай, сейчас я тут достану. Да, подержи камеру. Вот это такие вещи мы прям любим. Это дороже, чем монета-то стоит. И бензин, и все тут оправдается. Смотри, посвети. О, две бобины меди. Слушай, килограмма 4, Ир. Угу. Сейчас еще пробьем здесь. Посмотри. Вот это вот класс. Надо ее, знаешь как, пучок смотать. Вот так. Угу. Да? Угу. Пробивать еще здесь надо. Смотри. Офигеть. Да, Ир? Ну, блин, вообще супер. Вот такие вещи прям нравятся. А то что по проволочке, да, по одной собирать? Сейчас я в пакет за это. Надо пробить здесь еще. Да, будет. Точно пакет. О, ранние советы у Иры. 24-й год, 3 копеечки. Прям в хорошем сохранчике, Ир. Да, ну в песок. Ага, да. А я думал, это железка у тебя там была. Не, я услышал. Да? Здорово. 24-й год. Сейчас ребят, какой-то зверь. В кустах светишь, и глаза прям видны. Сейчас пойду посмотрю. Вон там. Вон. Во-во-во, глаза видны. Блять. Боится. Может, я выстрелю ей? Ир, выстрелю? Выстрелю? Вон он светится. Вот так вот. Больше, я думаю, сюда она не подойдет. Такой. А нет, смотри, вон опять глаза. Слышь? Не испугался даже, блядь. Кто бы это ни был. Слышь? Да вряд ли собака, Ир. Какая собака? Сам оглох чуть от этой херни. Ну, что-то небольшое, то есть, ну, где-то вот, наверное, с лопату величиной. Укороченный фискарь. А? Мне интересно, кто это так смотрит там. Ну, сейчас все, исчез в глазах.